Жданову Ивану Юрьевичу, Соловьеву Александру Юрьевичу, Яшину Илье Валерьевичу, Навальному Алексею Анатольевичу, Степанову Олегу Олеговичу, Албурову Григорию Валентиновичу, Абдуллину ущербом. Проход статьи 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд решил взыскать солидарно с Милову Владимира Станиславовича, Соболь Любовь Эдуардовна Жданова Ивана Юрьевича, Соловьева Александра Юрьевича, Яшина Илья Валерьевича, Навального Алексея Анатольевича, Степанова Олега Олеговича. В счет возмещения ущерба в доход федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 1 261 888 рублей 39 копеек. Взыскать солидарно с Милову Владимира Станиславовича, Соболь Любовь Эдуардовна Жданова Ивана Юрьевича, Соловьева Александра Юрьевича, Яшина Ильи Валерьевича, Навального Алексея Анатольевича, Степанова Олега Олеговича в доход бюджета города Москвы пошлину в размере 14 509 рублей 44 копейки. Взыскать солидарно с Соболь Любовь Эдуардовна Албурова Георгия Валентиновича в счет возмещения ущерба в доход федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 1 107 358 рублей 62 копейки. Взыскать солидарно с Соболь Любовь Эдуардовна Албурова Георгия Валентиновича в доход бюджета города Москвы пошлину в размере 13 736 рублей 79 копеек. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Московский городской суд 4 района. В течение месяца со дня вынесения решения суда окончательно оформлено. Продолжение следует...